В Доме культуры станицы Азовской прошел отчетно-выборный сбор Северского районного казачьего общества. На встрече северский атаман Алексей Подобный отчитался о проделанной работе за прошедший год. Казаки оказывали помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций, участвовали в охране общественного порядка, военно-патриотическом воспитании молодежи. Также наметили план работы на следующий год. Прежде всего, переход от количества к качеству вопросов выполнения обязательств по несению государственной службы. Необходимо продолжить работу по обучению атаманов и начальников штабов казачьих обществ. Другая важная задача – формирование кадрового резерва. Решая эту задачу, начиная с молодых казаков, особенно тех из них, кто прошел обучение и так называемых казачьих специальных учебных заведений. Насущные проблемы участники сбора обсудили с представителями краевого казачества. Атаман Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска Виктор Светличный поблагодарил северских казаков за плодотворную работу. У вас в районе, я всегда говорил и говорю, есть вот именно вот это позитивное, хорошее, вот такое казачье состояние, так скажу, стабильности. Район никогда ни в чем не спасовал, ни на каких мероприятиях никогда район не остался в стороне. В Северское районное казачье общество входит 10 казачьих обществ и 559 казаков. В школах Северского района создано 73 казачьих класса, в которых обучаются 1780 человек.